Ну что, Верочек, зови остальную команду. Где они там? О, команда. Пошли, у нас там изменения. Стоит только мне шепотом даже сказать, что я иду в сад, и сразу же команда тут как тут. А у нас изменения там небольшие, но я уже в привычку ввел показывать все, что происходит в саду. Появился там скворечник, например. Вот. Есть. Я показываю. Распустился там листочек. Я показываю. Листочек распустился. Вот это я сказанул. Почка распустилась. Или как? Цветочек распускается, а листочки растут, вырастают. Да, Марсюнчик? А тут вечно зеленое растение. Магония подуболистная. Во, язык сломать можно. У нас еще лед кое-где. А вон изменение. Смотрите, какое. Вот зачем это? Кто из землян догадается первым? Что там впереди? Вон, видите? Что это за стена возникла? Такая. И зачем она? Вот мы идем разбираться. Марсик, в первую очередь. Марсенчик, ну-ка разберись, что там Серега наделал. Сереж, вот мы гадаем, что это за стена такая. Парус на тебя. Летучих мышей ночью ловить. А, специально для летучих мышей. Хочешь поймать, да? Ну да. Ты как? Ну и что будем с ними делать потом? Будем это, давать им имена. Где наш этот Вася летает тут? Сорочонок. Ну что, закрывает, да? Вроде бы. Вроде бы. Вот, стена, значит, я посоветовал. Знаете, для чего? Сейчас объясню. Солнышко, видите, какое активное. Все. А мы выкапываем дерево. Пересаживаем. Сейчас я покажу. Вот оно. Делаем попытку пересадить два дерева. Вот одно дерево, видите, сосна. Она уже большое, больше 6 метров. И корневая система у него громадная. Когда мы выкапываем ее, конечно, в идеале было бы закрытой корневой системой выкопать. Но видите, вот корни обнажаются, вот они. И мы сейчас закрыли тряпкой. Вот солнце, видите? Вот сейчас мы сделали экран. Ну мы. Сережа делает экран с Женей. А Марсик им помогает. И солнце, кончики, которые обнаженные, пересыхает, и корешки гибнут. Их ни в коем случае нельзя держать на солнце. Здесь у корешка такие есть микроскопические еще. Вон они, видите, маленькие такие вот волосиночки. Вот когда они на солнце высыхают, корень гибнет. Невозвратимая, необратимая ситуация. Мирка, только не грохнусь туда, в ямку. Потом тебе доставать. Вот для этого мы накрыли материю. Это не пленка, это материал белый. Намочили и решили отставить сегодня выкопку до завтра, то есть до обеда. До обеда солнце не такое активное с утра. Сереж, может быть, тогда слышишь? Да. Что тогда завтра с утра тогда успеете, да, выкопать? Да, думаю, успею. Вот это большое, а это вот это вот подготовите, да? Ну сколько успеете? Вот хотя бы хоть смотри, завтра и послезавтра облачно. Не, завтра солнце, послезавтра облачно. Или до обеда, если вы успеете, ну, это расковырять, да? Да, думаю, успею. До обеда. Тогда повезем.
машина подъедет, Юру дам помощь, чтобы втроем. Ну, может, я помогу. А кто снимать будет тогда? Вот этих вот. Марсик. Марсика. Давай научим Марсика.